что мы как бы... Да давай, давай. Не важно, кто мы. Мы давай, просто здесь. Просто, и все. Ну пусть такси. Так это же прикольно для карты. А давай. Так сиськи не видно. Сиськи видно. Так, ладно, тебя как зовут? Ира. Ира, давно на Бали? А, 5-й раз, жила полгода, сейчас 3-й день. Угу. А вот из тех мужчин, с кем ты спала, у какой национальности самый маленький член? А я, кроме как с русскими, никем не сплю, я патриотка. Угу. А я патриотка, поэтому только русский, only Russian man. А сколько больших размеров было в твоей жизни? Кстати, вот прям реально больших был всего один. А один был пипец какой маленький, мне просто... Давай я вот так буду. Блин, ну нет, вот реально такое вот прям так? В стоячем положении, и это было просто... Мне было стыдно спросить, типа, у тебя что оторвало? Ну, короче... Так, еще поподробнее, что оторвало? Ну, то самое, то, что вот такое, вот, короче, это, ну, прям реально было... Я, конечно, так не сказала, но, тем не менее, было стыдновато. Угу. А у тебя сейчас есть кто-то? У меня три. Три пары? Один в Москве, два здесь. Вот сейчас муж еще, кстати, приедет. Это, которого мне она подобрала. А как так получилось, что ты подобрала мужа? Уметь надо. А ты спала с этим парнем сама? Да нет, конечно. Ну, типа, сперва по рекомендации порекомендовала, нет? Я не тестирую мужей подруг. Понятно. Так, а сколько больших размеров было у тебя в жизни? Давай начнем с того, что значит большой. 15 сантиметров. 15 сантиметров большой? А ты знаешь, кстати, что среднестатистический норм размер это 13, а 15 это типа вообще норм. Угу. Так, а ты как считаешь? Давай начнем с того, что для тебя большой, сколько сантиметров, давай начнем с того, а сколько у тебя? Так, давай это, ну, как бы останется секретом пока, потому что у меня... Мне? Нет, ты зайдешь на канал ко мне, у меня там уже это много раз отвечал. Еще у меня есть, закрытый телеграм, там видно по видосам. Я не знаю твой канал, я даже не знаю, как тебя зовут. Меня Глеб зовут. Здравствуйте. Привет, Глеб. Так сколько? Так, зайди в телеграм-канал закрытый, там видно будет. Допустим, 15 сантиметров, допустим. А конкретней? Так в телеграме закрытом. Тебе так нужны подписчики? А? Тебе так нужны подписчики? А, слушай, ты что-то наседаешь, нападаешь на меня. Я тебе вопрос задал. Да, я тебе задала тоже вопрос. Мне нужно понимать, что для тебя, ты же понимаешь, у каждого человека своя шкала измерений. Что много, что мало. Для кого-то 15 это... Ладно, 25 для тебя много? 25 это нереально. Да хуя. Да хуя? 18. Давай так, смотри, 18, 25, чтобы ты понимал, это вот у меня от локтя до запястья. А конечности у меня длинные. Ты знаешь, кстати, Екатерина в свое время спала с конями, там как раз 25. А ты бы хотела с конем переспать? Нет, конечно, зачем мне это надо, боже, чем меньше, тем лучше. Так, а ты, чем меньше, тем лучше? Конечно. А тебя же не устроил вроде маленький. Ну нет, там был совсем просто, как креветка. Не было ничего. А вы в каком возрасте пришли к такому пониманию, что небольшой размер это даже лучше, чем большой? К 30. К 30? Ну, конечно. А ты? Повтори вопрос. А в каком возрасте осознала, что большие размеры это даже лучше? А с чего ты решил, что я это осознала? Ну, вот мы же пришли к этому выводу, нет? Слушай, у меня есть комфортный мне размер. А у тебя есть вибратор? Безусловно. Как часто мастурбируешь? Ну, скажем так, зависит. Зависит от обстоятельств. Как только так сразу. Конечно, у каждой уважающейся женщины есть этот прекрасный предмет. Без него жизнь не жить. Понятно. Ну ладно, спасибо за вопросы. Спасибо за ответы.